На официальном портале Чувашстата выставлен результат мониторинга цен на социально значимые продукты питания на конец августа. Средние потребительские цены снизились на плодоовощную продукцию. Картофель, лук, яблоки, капусту и помидоры. Больше всего подешевела морковь на 16%. Исключением стали огурцы, цены на которые повысились на 6%. Также в цене упали мороженая рыба, говядина, свинина, куры и сыры. Относительно стабильной осталась стоимость полукопченых и варено-копченых колбас, сливочного масла, молока, сметаны, муки, соли и чая. Незначительно увеличились в цене вареные колбасы, сахар, рис и гречка. Самый большой скачок пришелся на подсолнечное масло, ржаной хлеб и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта. Они подорожали в среднем на 2%.